Это в первую очередь то, что поднимает у каждого дух патриотизма. Он был, есть и будет с нами всегда. Я уверена, что горожане относятся к флагу России со всем патриотизмом и всегда готовы носить его рядом с собой, у своего сердца, и будут помнить, что это их родина, это их флаг, и никогда этого не забудут.